Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим с вами о новинке из каталога номер 15 компании Oriflame. У нас выходит два новых продукта. Серия будет состоять из крема для тела, который я сейчас держу в руках, 250 мл, и аромат. И название Love Potion Midnight Wish. Такое необычное, вкусненькое название. И состав очень вкусный. Этот аромат подойдет всем, кто называет себя сладкоежками. Если вы любите пирожные, конфетки, то это однозначно будет ваш аромат, потому что здесь засахаренная вишня, сладкий кофе, древесный мускус. Это очень вкусно. И когда я открыла вот эту баночку первый раз и вдохнула аромат, я обычно, когда вдыхаю аромат, я закрываю глаза, чтобы у меня какие-то образы нарисовались. Так вот, я моментально перенеслась в дорогую кондитерскую, по-моему, куда-то в Париж. Очень вкусный, очень классный аромат. Густой крем, я специально его так трясу, чтобы вы увидели, что он очень густой. Я беру небольшое количество, даже его взять-то трудно, потому что он прям густой, и наношу на свою руку. Я уже попробовала его, крем потрясающий. Он впитывается, оставляет после себя гладкость и тонкий-тонкий аромат. Очень люблю, когда крем для тела и аромат одинаково пахнут, потому что это здорово. Получается, что крем, он помогает продлить стойкость аромата. И когда пахнет отовсюду одинаково, это очень здорово. Вот такой вот классный наборчик нас с вами ждет. И обратите внимание, в 15-м каталоге будет действовать специальное предложение, и аромат можно будет купить по очень выгодной цене. А я вам желаю приятных покупок, до новых встреч. Если видео полезно, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.